Бог заповедал чтить субботний день. Дрова и прочие житейские заботы отсечь и оправданием не городить плетень. 6 дней трудись, захлебываясь потом. В 6 дней Создатель сотворил сей мир. Так откровением бытие вещает. Считай на пальцах только до 7. 7-й – покой. Потом опять сначала. Число 7 здесь впервые встретишь. Божественная вечность, полнота. Суббота для души. Духовной сетью установись божественным контакт. Все позже над землей встает рассвет. Все чаще непогодит близко осень. С зарей Христа вошли в Новый Завет. И воскресение покоем плодоносить. Покой не сон, бездействие лень. Душа воскресшая желает потрудиться. Молитвой освети воскресный день. Свет донеси скорбящему в больницу. Завьюжит престарелая зима. Елей не соберешь за гранью жизни. Какой наш труд для сердца и ума? Ответ держать из-за спасения ближних. Субботство отдаленное настанет. Сегодня новое творится Иеговой. Не приблизительно, а точно по Писанию. Покоя день. И бесконечно новый. Труды и подвиги, посты, недосыпания, как бы не бывшая, а радость наяву. Покой неведомый, божественный настанет, чьи корабли до рая доплывут. Наш Иисус есть Господин субботы. Свершив свой труд, окончил воскресеньем. Не переделать все нужнейшие работы, воскресный день весь посвятим спасению. 16 июля 2003 года.